Эта выставка проходит ежегодно, поэтому давно уже стала традиционной. В этом году на зрительский суд были отобраны 8 лучших работ. Дана Никитенко, Варвара Куцева, Анна Ковалева, Татьяна Елизаренкова, Елена Панченкова, Анастасия Шашкова, Анна Кухтенкова и Алина Цепровская представляли свои работы. Все творческие работы разнообразны по жанрам и видам изобразительного искусства. У каждого автора свой почерк и свои источники вдохновения. Моя картина называется «Матч закончен». Я рисовала ее не очень долго, так как очень люблю зиму. Меня вдохновила любовь к Десногорску, к его хорошим местам. Мои учителя хорошие, которые занимаются со мной ежедневно. Мне больше вдохновляет карандаш и портрет. Тем, то, что я могу передать форму человека, мне это больше вдохновляет. Тем, то, что всякие такие маленькие частички лица, морщинки, глаза, волосы. Это очень вдохновляет тем, то, что ты можешь передать натуру человека, его образ, взгляд. Непосредственность и свежесть, ярко выраженная в работах учениц, соседствуют с мастерством и профессионализмом, что говорит о таланте и трудолюбии авторов. Участие для них в выставке – это приобретение определенного опыта, выход на новый уровень выставочной деятельности. Такое событие значимо не только для каждой ученицы, но и для учителя. Преподаватели с гордостью говорят о работах юных художниц. Первая групповая выставка. Пусть это еще не персональная выставка, но групповая – это очень много значит. Все вы одарены, а да, этот, все знают, откуда он исходит. Готовили к выставке учениц опытные педагоги высшей категории, которые постарались раскрыть им духовный мир, передать свои знания и умения, научить азам изобразительного искусства и пониманию красивых вещей. Это Елена Паскаль, Галина Кульцова и Ксения Круглова. Выставкой остались довольны обе стороны. И в завершении, после напутственных слов и маленьких сувениров на память, гости и участники разошлись любоваться прекрасным. Посмотреть на экспозицию приглашаются все желающие. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.